Море звезд на острове Ваатху, Мальдивы. Уникальные светящиеся волны на Мальдивах объясняются биолюминесценцией, химическими процессами в организме животных, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Кажется, что в море Sea of Stars отражаются звезды с неба. Ледяная пещера под ледником в Джуно, Аляска. Пещера в 12-километровом леднике Менденхолл расположена близ города Джуно на Аляске. Она уникальна тем, что ежегодно меняет свой облик. Лед в пещере тает, создавая родники. Цветные скалы Джанье-Дангсия, Китай. Уникальные цветные скалы Джанье-Дангсия находятся в Китае, в провинции Ганьсу. Цветные скалы состоят из красных песчаников и конгломератов в основном мелового периода. Такие образования являются уникальным типом петрографической геоморфологии, существующие только здесь. Цветные скалы включены в список всемирного наследия. Большой каньон в Аризоне, США. Гранд Каньон назван одним из семи чудес природы, а также включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка Гранд Каньон, а также в резервациях индейских племен. Тоннель любви, Украина. Прекрасное место для влюбленных, являющее собой сплетение веток деревьев и кустов в виде тоннеля в поселке Клевань, Ровненской области. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.